Добрый день, Фуат Агиевич. Мы с вами обсуждаем недельную главу Вайкра. И, как всегда, ваши мысли, ваши чувства по поводу этой недельной главы. Ну, глава Вайкра, опять же, она продолжает эту, главу Децавы, где дается, такие инструкции даются, да, и продолжение, этих инструкций, нет, я имею в виду, это не про жертвоприношение, это я просто, к вопросу об инструкциях, вот, и эти инструкции, они здесь очень подробные, очень важные, но вот есть у меня несколько соображений, которые я выписал. Вот первая вещь, которая, мне кажется, важнейшая, вещь, которая вот в этих жертвоприношениях есть, это объединяющее значение вот этих жертвоприношений. Вот это именно что народ, понимаете, начинал чувствовать себя народом, когда это для всех. Второе, очень важное, но я это не устаю повторять, образовательное значение Торы для нас, это не для нас, я имею в виду для народа, в течение 4000 лет, это, конечно, огромное. И вот это образовательное значение, как мы в прошлый раз с вами говорили, помните, что это же все надо было помнить, это надо было знать, и люди тоже хотели учиться, хотели понимать, что происходит. А кроме как образовываться, это невозможно, делать. И вот последнее, что я хочу, обратить ваше внимание. Вот сейчас я, пасуки, глава 2, пасуки 3 и 10. Это хлебное жертвоприношение. Я сейчас просто чуть-чуть зачитаю даже. Там говорится о том, что то, что вот когда приносит человек хлебное приношение Господу, то из отборной муки должна быть жертва его, и пусть польет он ее оливковым маслом там и так далее, да? И вот здесь есть в третьем пасуке как раз вещь, которая нигде больше не встречается. Это она меня совершенно поразила. Остальное же от приношения хлебного Аарону и сынам его – это наиболее святая часть от огня, из огнепалимых жертв Господних. И десятое. Это если приносишь испеченное в печи или в сковороде, понимаете, или с противня. Вот, опять же, идет, отделит священник от дара памятную часть его, воскурит на жертвеннике, да, а остальное от приношения хлебного Аарону и сынам его, это наиболее святая часть из огнепалимых жертв Господних. Вот это меня совершенно, поразило, понимаете, ведь ни в одном другом пасуке вот таких слов не говорится, понимаете, что это вот наиболее святая часть, что это Аарону и сынам его и так далее, понимаете. И вот здесь опять возвращаюсь к моей идее, что священники несли знания, понимаете, и вот это как раз подчеркивается, что это жертва и их поддержка. Поддержка им, не их, а им поддержка. Вот это вот одна мысль. Потом, опять же сравнение главы 2, пасук 1. Из отборной муки вот должна быть хлебное приношение Господу, из отборной муки должна быть жертва его, и пусть польет ее оливковым маслом,
и возложит на нее ладан. Так? Теперь давайте перелистнем на 5.11. Если же не хватит у него средств на двух горлиц или на двух голубей, это если вот он должен сделать это, ну, он провинился и должен, значит, принести повинную жертву, да? И там идет подряд, так сказать, мелкий скот там и так далее, и так далее. А вот дальше смотрите. Ну, там уменьшается, да, в зависимости от возможностей человека, уменьшается. И вот приходим, если у него не хватит средств на двух горлиц или на двух голубей, пусть принесет жертву свою за то, что согрешил десятую часть эйфы отборной муки в жертву очистительную. Пусть не льет на нее масло, не кладет на нее ладан, ибо это жертва очистительная. Ну и дальше, значит, идет то же самое. И опять вот она будет принадлежать, эта жертва, священнику, как хлебное приношение. И вот здесь, понимаете, когда там идет подряд, понимаете, это вот великая вещь вообще, смотрите, здесь открытым текстом подчеркивается, если нет денег на там животное, да, козу или овцу, возьми там двух горлиц или двух голубей, нет возможности, вот тогда принеси муки, понимаете? И обратите внимание, не надо поливать ни маслом, ни ладаном, ничем. Это же затратно. Понимаете? То есть вот здесь идет очень такое глубокое понимание ситуации. И подряд вот идет такое вот снижение, как бы сказать, нагрузки на провинившегося, на грешника, да? Вот эти вещи меня, конечно, вот очень затронули. Вот. Вот это я хотел сказать. Немножечко другая, мы же размышляем. Вы говорите о том, что идет понижение, понижение, понижение стоимости, то есть так, чтобы сделать доступное. Да, одну плошечку, один омер этого, этой муки может позволить себе любой человек, потому что, ну, если только не голод в стране, засуха тогда ни у кого нет. Вот, и поэтому он может позволить себе. А по поводу ладана, то есть ароматной смолы, да, действительно, это стоило денег, и оливковое масло, это было признаком состоятельности, богатства, благополучия, да. Но у меня возникает еще одна мысль, может быть, чтобы сделать различие, потому что первый случай, когда вы описали 2.1, это всесожжение, то есть это основная жертва, которая идет, так сказать, описывается перед этим жертва всесожжения, то есть идет сначала всесожжение, потом шламим, потом ашам, потом хет. Это разные жертвоприношения. И вот в этот минха после шламим описывается, вот как вы сказали, жертв, в смысле, это останется Аарону и его сыновьям, и на нее нужно положить масло, полить и ароматную смолу. Да. Дело в том, что иногда, ну вот, например, небольшое замечание, когда мы делаем с вами седер Песах. Мы время от времени открываем мацу и время от времени поднимаем бокал. Вряд ли мы будем поднимать бокал вина, потому что вино – это радость души. Вряд ли мы будем поднимать бокал в тот момент, когда мы говорим что-то печальное. А лехем, то есть маца, галахма ания, лехем на арамейском лахма, галахма ания, а вот открываем мацу мы тогда, когда что-то происходит не очень хорошее, потому что это сразу нам напоминает о хлебе бедности. То есть сами элементы
Вот идет магит, но сами элементы уже указывают, в каком направлении мы будем думать. И мне пришла в голову идея, что если это минха в первом случае идет после всесожжения, а это основная жертва, то ее нужно отличить от грекоочистительной. От грекоочистительной. Иначе можно перепутать, какая это жертва. Это я за грех или это Я понял. минха. И тогда мы убираем из нее радостные вещи. Масло как признак, потому что масло, наверное, у многих можно было хотя бы горсточку масла попросить у соседа. Вот также и эти благовония можно было положить. Ну вот не надо. Не надо сюда класть, чтобы это была печальная, грехоочистительная жертва. Да, ты после нее получишь прощение, Да, но в ней это правильная мысль. это может быть, может быть. Может быть, Спасибо, дорогие. снижение цены идеально, вот, но может быть, как и, так Нет. сказать, да, как и различие между разными жертвами, чтобы человек душевно чувствовал разницу. Ребе, спасибо большое. Я вот скорее склонюсь к вашей точке зрения, так сказать. Это действительно развлечение, так сказать, фундаментальное различие. Да. Да. По поводу объединительного, по поводу объединительного, хорошо нам было, когда мы жили в первом храме, хотя не все там было правильно, судя из книги Млахим, не все там делали правильно, но хорошо нам было, когда мы вернулись из Вавилонского плена и построили второй храм. Почему? Потому что в большинстве своем, ну, кроме 10 потерянных колен, я почему говорю, что в первом храме-то вообще все было хорошо, я имею в виду с точки зрения наглядности, с точки зрения соучастия всех. Во втором храме это только Иуда, Израиля уже, Северного царства уже давно нет. Иуда едина, и все приходят, это паломнические праздники, я имею в виду Песах, Шавуот и Суккот. На Шаббат люди приходили, просто так приходили каждый день, если надо было принести жертвоприношение. Это объединяющий центр, центр еврейской вселенной, это храм. Представьте себе, что сейчас идут, представьте себе просто, что сейчас идут жертвоприношения ежедневные, праздничные, в субботу, как положено, там добавочная хагига, там праздничная жертва и по всем праздникам, а вы живете в Америке, вы живете в России, вы живете в Швеции, предположим, еще севернее, вот, и вы сопереживаете, смотрите по телевизору, но вот... Вот такого единства, как присутствовать в храме, Конечно. уже такого нет. Но, Но. Ребе, можно здесь я вас прерву, так сказать, это тут другое есть, я не знаю, но вот для меня, например, понимаете, это стена, это как раз вот место, да, там мы, нет жертвоприношений, там ничего этого нет. Но это само место настолько для меня вот объединяющее, такое притягивающее, понимаете? Я думаю, что 4000 лет, ну там не 4 уже, там меньше, 2000 лет назад храм был, там сколько, 3000 лет почти назад, храм был тоже таким местом, вот когда вот жертвоприношение делали, всегда вот тоже был таким вот притягивающим местом. Да, да, в Вот. то время, да. И у нас с вами происходит трансформация. После разрушения храма мы с вами знаем, что примерно к третьему веку, уже к третьему веку в большей и меньшей степени складывается структура молитвы. А в третьем веке до новой эры, то есть во времена храма, уже существовали тысячи синагог. Ну, тогда они назывались не синагогами, а бейт-кнессетами. Это сейчас по-гречески мы их иногда называем. На самом деле бейт-кнессет, они существовали почти в каждой деревушке, почти в каждом городе. И уже тогда потихонечку, послепленные, вот эти несколько поколений, они складывают какие-то слова, просьбы, благодарности. Это еще не та структурированная молитва, которую мы с вами знаем, но
она в это время начинает складываться и потом переходит где-то первый сидур, как мы с вами знаем, это 840 год новой эры, 9 век, начало 9 века, Раби Амрам впервые пишет сидур. То есть вот теперь все молитвы одна за другой, как положено. Раньше это был такой вот структура молитвы уже существовала, а слова подбирались по ходу вещей, да. пока не отшелушились. И в этот момент начинает потихонечку складываться маленькие точки сборки. Это театральный такой термин, или психологический даже термин, говоря, что вот есть некая точка сборки, у каждого человека своя точка сборки, вокруг чего он строит свою личность. И у общества есть точка сборки, есть куда можно приходить и где можно чувствовать единство. Если раньше это был один единый центр, конечно, 100%. Это кодыш, это святое место. К нему душа каждого еврея прилеплена, к этому месту. Но когда одно большое, скажем так, светило вдруг рассыпалось на маленькие островочки, на маленькие искорки, то в каждой синагоге появилась точка сборки своей общины. Мы вместе. А что нас теперь объединяет? Тогда зрелище. То есть мы смотрим, вот происходит какой-то священный обряд, дым поднимается вверх, мы сопереживаем тому, что вместо нас идет жертва, потому что мы могли согрешить, и вот этот козел или теленок или барашек идет вместо нас как способ примирения, как способ получения прощения в том числе. А сейчас, несмотря на то, что мы находимся в разных синагогах, в разных бейт-кнессет, дело в том, что мы молимся практически по одним и тем же структурированным сидурам, седер – это порядок, мы произносим одни и те же слова, и это теперь чувство, что мы произносим по всему миру, вот в этом часовом поясе начинается минха, начинается маариф, и мы все вместе это произносим. Теперь слова, как они вначале после разрушения храма, слова стали объединяющим моментом, а потом они структурировались и стали вот объединяющим моментом. Теперь, когда мы молимся, в этот момент у нас происходит единение. Мы же понимаем, что в этот момент молятся тысячи евреев в нашем часовом поясе. Вот они сейчас, а следующие будут после нас, а кто-то раньше нас помолился. И это чувство единства уже теперь не привязано к месту, оно привязано к словам, и оно привязано вот к такому виртуальному ощущению единства еврейского народа. Очень. Это такая трансформация произошла. Ну, вот такая вот, как отношение к родителям бывает, вот такое отношение к западной стене, к тому месту, где стоял храм, оно до сих пор отзывается в сердце каждого еврея. Но, да, да, и но в то я же думаю, время, да. я думаю, что все-таки помимо молитвы, да, конечно, все абсолютно правильно, но само вот это чувство, что есть Иерусалим, понимаете, да. это колоссальное чувство, так сказать. Да. Это колоссальное чувство. Я Это, говорю, я это... иногда вот сижу и думаю, вот как хорошо было бы сейчас туда поехать, так сказать. И вот, ну вот сейчас в марте, кстати, будет туда делегация от Всемирного Союза. Они меня звали. Но я просто, понимаете, я сейчас читаю два таких новых курса совершенно, некому меня заменить, а пропускать просто, ну, как-то, так сказать, не очень удобно. Вот, вот, Конечно. да, вот, а Конечно. вот и каждый раз эта мысль, вот, как было бы здорово вот, пойти туда, так сказать, и вот, ну, это другое ощущение, что есть такое место, куда вот мы можем все пойти, да. Ладно. Мы же с вами каждый раз после еды
произносим «Увене, Иерушалаим, Иракодж, Верабияме, иду, построй, отстрой Иерусалим в наши времена как можно скорее, благословен Господь, отстраивающий Иерусалим». Конечно, конечно, это необыкновенная точка, и то жертвоприношение, которое было, было и в первом, во втором храме, это было главное. Сейчас мы больше акцент сделали на Тору и молитву, а в то время, конечно, это было что-то особенное. Прийти на паломничество хотя бы раз в году или там два раза, если повезло, прийти на паломнический праздник или в шаббат просто прийти. Это было счастье для любого еврея. Конечно. Так что сердце у нас остается навсегда. Да, хорошо. И скажем аминь. Аминь. Да. Большое спасибо, Фат Тагиевич. Тогда спасибо до следующей вам. главы.